Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева ведет активную работу по модернизации и реконструкции своей инфраструктуры. Ожидается, что в ближайшие два месяца начнется подготовка к вводу в эксплуатацию 4 новых установок. В целом же до конца года планируется завершить 90% работы по реконструкции БНПЗ. Сейчас ведутся подготовительные и пусконаладочные работы. Параллельно идет активная подготовка к капитальному и периодическому ремонту, запланированному на 2022 год. По завершении текущих проектов следующим шагом станет запуск других вспомогательных установок, новые установки по производству водорода, по его обогащению и других. В середине 2022 года начнется производство дизеля Евро-5, а в середине 2023 года бензина Евро-5. Ожидается, что производственные мощности НПЗ на первом этапе модернизации полностью удовлетворят потребности азербайджанского рынка в дизтопливе, а также в бензины марки АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5. По завершению проекта нефтеперерабатывающий завод также планирует нарастить объем экспортируемой продукции. В первую очередь наша цель – это обеспечение энергетической безопасности Азербайджана, потому что это проект, который поддерживается и финансируется государством, и, соответственно, он нацелен на обеспечение местного рынка. Во вторую очередь наша цель – это обеспечение энергобезопасности региона, поскольку это единственное предприятие по переработке нефти во всем регионе Южного Кавказа. Мы снабжаем также нашу соседнюю страну Грузию продукция, которая здесь производится. Ну и, в принципе, за счет увеличения, возможно, увеличение также производства, возможно, будет увеличение экспорта в Грузию, возможно, в некоторые другие страны. В рамках проекта модернизации НПЗ особое внимание уделяется сокращению выброса в атмосферу вредных веществ. Новые установки минимизируют загрязнение атмосферы, а также будут очищать промышленную воду после ее использования. К концу первого этапа модернизации завода начнутся работы по анализу рынка и имеющихся коммерческих перспектив. По завершению данных работ будет принято решение о втором этапе модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Фуат Байрам, Симур Гулиев, CBC.